О благотворительной акции «Добрая покупка» знают многие жители города. Она проводится отделом социальной защиты населения Пущино с осени 2016 года. За это время состоялось более 10 акций, в рамках которых удалось собрать около 2500 килограммов различных товаров для малообеспеченных семей с детьми, одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов. Каждый из неравнодушных пущинцев может приобрести нескоропортящийся товар и положить его в добрую корзинку. Это обычно крупы, масло, сахар, соль. Из данных продуктов соцработниками будут сформированы продуктовые наборы. Несложно зайти, может быть, даже по дороге домой или там с работы, и купить определенный набор продуктов, тех вещей, которые необходимы, жизненно необходимы, важны каждый день. Совершить добрую покупку мог любой желающий. На протяжении 6 часов сотрудницы Пущинского комплексного центра социального обслуживания встречали посетителей магазина и информировали о проведении благотворительной акции. Прекрасное мероприятие, добрая покупка, потому что непосредственно в магазине это происходит. Это очень важно, потому что каждый может в этом принять участие. Это все доступно, самое главное, потому что нет необходимости куда-то еще идти, нет необходимости потом это относить. Все происходит в одном месте, достаточно быстро и с определенным хорошим настроением, потому что общая акция – это доброе дело. В мероприятии приняли участие люди разных возрастов и социальных статусов. Так, например, маленький мальчуган решил поделиться тем, от чего и сам бы не отказался, а именно вкусным рулетом к чаю. А многодетная мама для акции приобрела упаковку стирального порошка. У меня когда-то в жизни тоже были тяжелые времена. Я многодетная мать, и я прекрасно помню, что это такое, и мне хочется сделать приятное людям, которые нуждаются в этом. Все должны сочувствовать друг другу. У меня самой такая же пенсия. Ну, как говорится, всем нужно помочь. Я и члены моей семьи стараемся принимать участие как можно чаще, поскольку мы понимаем, что жизнь сейчас сложная. Существует множество людей, которым помощь необходима. Как я считаю, эта акция хороша. А то, что она позволяет оказать адресную помощь не каким-то абстрактным людям, а именно жителям нашего города. С каждым часом корзины с товарами для нуждающихся в поддержке наполнялись все больше. К концу проведения благотворительной акции общий вес приобретенных жителями Пущино продуктов и бытовой химии составил 130 килограммов. Этого хватило для формирования 24 наборов, которые буквально на следующий день вручили малообеспеченным людям. Решил принять участие в этой акции, потому что хочу помочь людям, которые не способны что-то приобрести, что-то себе купить из химии, из продуктов. Не всегда могут позволить. Мы прекрасно знаем наших пенсионеров, наши возможности. Не все большие достатки, доходы, не у всех есть дети и внуки, которые могут им помочь. «Добрая покупка» – не единственная благотворительная акция, которая проводится в нашем городе. Не так давно у жителей Пущино появилась еще одна возможность помочь нуждающимся людям. В июле стартовала акция «Подари праздник». Ее проводит отдел социальной защиты населения Пущино совместно с организацией, которая занимается доставкой готовой еды на дом. При заказе готовой еды, например, пиццы, либо суши, каждый желающий принять участие в акции «Подари праздник» может оплатить дополнительный маленький кусочек. Размер благотворительного взноса определен в сумме 50 рублей. После накопления определенной суммы мы можем приобрести товар, либо пиццу, либо другие товары, предоставляющие нашим партнерам, и сделать праздничный стол для лиц, незащищенных категорий граждан. Как сказал участник акции «Добрая покупка» Иван Розанов, в жизни он руководствуется принципом «мысли глобально, действуй локально», то есть делать то, что от него зависит здесь и сейчас. В силах каждого человека сделать мир лучше и добрее. Анна Лихачева, Иван Хромов, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.